безопасность, работа экономики и занятость населения. На совещании президента обсудили актуальные вопросы. Как отметил глава государства, среди задач, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Советом безопасности, одной из наиважнейших является обеспечение безопасности белорусов. Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании мы соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти и в частности Советом безопасности, может и прежде всего является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. Основой или фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как я всегда говорил, это остается, является функционирование экономики. Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики. Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы – значит, гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Те, кто не работает. И хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан. Не дай бог, кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно. Прошу правоохранительные органы и государственные структуры обеспечить исполнение этих указаний. На совещании также обсуждались вопросы идеологии, кадровой политики и работы СМИ. Подробности совещанию президента в наших следующих выпусках.